Ребята, всем привет! Сегодня вот такое будет необычное видео. В темноте. Мы же не дождемся. По переходной площадке, самодельной переходной площадке на мотоблок. Так. Вот. Смотрим, вот она стандартная. Видите, как выглядит? У нас получается... стандартный крепится к корпусу вот этими болтами, вот а это уже к двигателю, и соответственно из-за жидкой конструкции ее может вести вот так вот в разные стороны. Нам вот показалось ненадежно, но вот так как мотоблок возил очень много кирпичей, ну я уже смастерил вот такую вот. Вот эти уголки 45, их разрезал. Вот этот профиль 2 на 2. Самое главное, чтобы не менять ремень. Так, не менять ремень. Смотрим. Вот так вот получается, да. Во. То есть вот. Вот эта вот высота как раз соответствует. Вот это самое главное. Он, по-моему... это двоечка. Ну, вот здесь вот замерится вот эту высоту. Вот. И из него уже вот этот обычный рельса. Вот. И этот уголок 40-40, по-моему. И так вот крепится. Уже конструкция надежная. И корпус намного лучше выдерживает все это дело. Вот это уже, как сказать... покупать в магазине опять вот такую же очередную шляпу просто-напросто, ну, бессмысленно было. Вот поэтому я немножко помудрил. Вот, ну, а здесь вот такие вот прорези. Это для регулировки, для натяжки. Вот он как выглядит. И здесь вот. Это мне один из подписчиков там спрашивал, задавал вопрос. Вот. Я думаю, если у тебя руки есть, посмотрел, увидел, зафиксировал. Вот она. И вон снизу, видите, такой упорчик небольшой. Крутится, все вертится, все замечательно. Ну вот, в принципе, один ответ на вопрос. Точнее, один, да. Все, ребята, всем спасибо за внимание. Всех с Новым годом. Всем пока.